Ой-ой, бандиты, помните Расткалу, на которой я вызывал в прошлый вайп? Так вот, на ней буквально вчера произошел вайп. Залетать строго рекомендую. Тем более, я уверен, что из 10 серверов вы найдете что-то для себя. Battlefield сервера, классика, PvP-моды, процедурки. Сервера буквально на любой вкус. А еще вы можете прямо в игре бахнуть колы и получить за это хорошие бонусы. Ну и магазин внутри игры, получай каждый час кола монеты и покупай на них ништяки. И на сладкое. Отличный конкурс в их группе. Ссылки и мой промо на 100 рублей в описании. Привет, мой друг. Привет. Как дела? Плохо. Почему? Почему? Меня обоссали. Такой знакомый и родной фейспанч номер второй. У меня, короче, тут калаш есть, двушечка, ревик. Много чего изучено. У меня Томпсон Пэшка, револьвер. Тема. Больше я тебе говорю, вот он. Фига чего. О, хлёв, бич. Кто меня бьёт? Где он есть-то? Я его убил. А, он во где лежит аж. О, нормально, у него тут ресы. А у меня теперь кепочка. О, привет. Привет, брат. Ты нормальный вообще? Ты чё на людей плюёшь? Тут чел. Нет, блин, всё, жопа. Я, если что, не с тобой. Угу, отлично. Он с фонариком бегает, всё, надо валить. Ну, чувак, ну я вот голый, ну только стал, только стал, ну какого фига ты своей СМГ бегаешь, жопу себе ее засунь. Ух, сука. Он что-то, а, он меня поднял. Стой, нет, я не ютубер. Точно. Мямой клянусь. Ну ладно. Удачи, выживания. А, спасибо. Чё это? Давай его загасим. О, от души. Там твой друг около дома, да? Да, да, это мой пациент, да. Да, угу. Создание. Окей, хорошо. Я его не трогаю. Спасибо. Скажи, что это мультимейтер бегает. Что он его не трогал. А? Он коптер просит инфу. Да, мы видели где-то коптер. А где у нас коптер? Давайте инфу продам, где коптер. Только не убивай, я у тебя мой. Он уже дал нам металл, скажи ему, где коптер находится. А, ладно, H20 коптер на дороге. Спасибо, давайте. Спасибо, давай. Давай. А, кстати, слышите, у вас шприц изучен? Нет, конечно. Ух ты, спасибо. Ну вот зачем ты его обманул? Хоть что-то, надо было с него забрать. Ну он как металл дал на дверь, там все дела. Ну, по максималочке, потому мы же не гордые с тобой. Еще дом гнилой. Я, кажется, нашел, где мы будем жить. Ну, то, что да, я тоже расстроился, что здесь первый верстак, а не второй. Ну, хоть печки заберем. Ну, да, печки хотя бы сейчас. Киянку скрафчу. И ящик, отлично. Тогда и шестеренки переработаю. Понял. Так, всё. Он что-то не хочет умирать, у него топорик. Я в него попасть не могу. Ну, ради топорика это стоило того. О, военник нормально. Вернанка нет. Не, тут этот, слушай, бодик на калаш. Тоже нормально, пригодится. Вот так заныкаю. Я уверен, что никто не найдет. Ой, слушай, что-то я как-то поставил по-городски, прям вообще не палевно. Ну вот, более-менее, сейчас еще дверцу, шкафчик, и будет отлично. Вот так вот. Ну тут да, два дома гнилых. Так, у меня ничего нету. Второй верстак. Кукурузка, неплохо. Ну, уголок, потом так. Гаражку, потом сюда. И что там? А, и здесь все. Вот, смотри. Вот, видишь, не-не-не, туда не спрыгивай, вот. Вот тут шкаф находится. Не-не, ну это какая-то фигня, давай свой дом сделаем. Потом просто давай на фарму сейчас 1200 скрапу, прибежим сюда, доскрафтим себе третий верстак. Вот и все. Это несложно. Тем более изучение практически все есть. Где-то тут мой ящик. Вот он, мой родной ящик, отлично. Ничего даже не стащили. Так, на, короче. Занимайся этим делом. Садись. В смысле? Так, вообще-то... Я лучше на костре посижу. Давай. Тоже дело. Чтобы быстро нафармить на третий верстак, мы с Дюком решили разделиться. Он остался фармить дорогу, а я отправился на море.
Через небольшой отрезок времени нужное количество скрапа было у нас в инвентарях. А также в морском ящике я залутал почти сломанную двушку. Это важно. Сразу да? Подойди с лодки, сбегай, что-то мне некуда класть. А, окей, без, вообще без проблем. Тебе отхил нужен? Да, надо бы. О, на только что-нибудь впитай в себя, вот, допустим. Это скидывай под дыру. Блин, бинт, иди сюда. В ящичке нет ничего? Не, у меня все уместилось здесь, пойдем. Много болтать не буду, просто скажу, что эта серия достойна того, чтобы ты досмотрел ее до конца. И лайк она твоего достойна, уже прямо сейчас можешь поставить, да, прям вот нажми на лайк. Ну и вот победитель прошлого конкурса, и опять-таки конкурс на 500 рублей. Лайк, коммент, подписка, чай бутерброды, ты знаешь. Вот, 1200, ну почти, осталось только добежать и скрафтить. В какой-то момент все планы пошли наперекосяк. У Дюка появились неотложные дела, и он временно покинул игру. Тащить косарь скрапа соло через целый квадрат для крафта третьего верстака была не самая лучшая идея, поэтому я принял решение пока что пофармить скрапчик и ресурсы. Кто-то за мной идет? Неожиданно. О, он мне бур принес, прикольно. Спасибо. Какой милый мужчина бежал за мной, чтобы отдать мне бур. Вот это да, нынче растер душевные люди. Вот, два этажа готовы, осталось только выход сделать, и потом отстрелку, и будет идеально. И вот так, и гаражечку сюда. Ну что там, кто-нибудь ко мне сегодня придет или что, или я так тут и буду ползать и скучать. Я как бы пришел фармить скраб. Как же это уныло-то, а? Опа, кто-то бежит. Отлично. Наш клиент. Он еще и воюет с кем-то. Сразу как много людей. Наконец-то движуха. Один лезет. Хе-хе, привет. Слушай, нормально тут у тебя так тут. Пошел, спасибо, да. Привет. Сувьет. Что, а еще один где? Так, этот откинулся, надо подултать его. Уже неплохо. Ага. Топает. Где-нибудь здесь надо его принимать. Ему, видимо, не понравился звук двушки. Идет. Свидос. Ой. Он идет с другой стороны, еще один, видимо, его тиммейт. Обходит. Оу! Неприятно. До свидания. О-хо-хо. О, еще один, твою мать! Что ж вас так много-то? Тебя-то я не ждал, братан. Спасибо. И здесь куча лута. Да боже, почему у вас так много лута-то? Куда все это девать? Я, конечно, рассчитывал, что фарм скрапа будет идти быстро, но не настолько же. И у тебя тоже куча всего, да? Так, ладно, я понял, надо это сейвить. Домой все равно все не влезет. Как бы я не хотел, все, я не ушел. Гриш, поехали. Как хорошо, что ты здесь. Так, домой, Дима, домой. Надо быстрее все доропать, короче, и бежать опять туда. Куда все это засунуть-то, боже. А как-нибудь насыплю, потом буду разбираться. Сюда тоже можно все это вывалить. Гриш, давай ты еще меня обратно закинешь, будет вообще топово. Погнали. Там еще остался ценный лут. Так, побудь здесь, я сейчас приду. Один лежит. Так, минуточку, а второй встал, что ли? А, да, и залутал этого, что он убежал? Или где-то здесь? Так, этого я, кстати... Ой, да у тебя тут тоже куча всего. Да что такое-то, а? Все, берем, все нужно. Никого нету, что ли? Сбоку? Нету? Вот он! До свидос. А, вот он и есть, да. Отлично. Это все мне не нужно. Надо подлутывать это все и валить отсюда. Просто полусломанная двушечка решила все вопросы с компонентами. Валю. Надо бы еще туда сходить. Так, домик.
Я тут. Срём в ящики. Гаражечку сразу оприходуем. Лишним не будет. И надо опять туда идти. Без дюка я все равно боюсь идти крафтить верстак. Ой, ползет, ползет. С берданочкой. Ты какой молодец. А, он не один. Вот это проблема. Ой. Ну почти, ладно, ну почти. Кто-то топает по крыше, походу. Ну, тут лут остался. Хорошо, это хорошо. Надо подлутать. Ну, тут особо ничего ценного нету, но... Заходик номер 3. Ого-го! С ревиком. Какой прыткий парень. Я сейчас приду. Где он нужно? А, да, он сидит с блочником, что ли, я не пойму. Это проблема. Это может плохо для меня закончиться, тем более у него ревик. Опа. Да, видимо, натягивает, не стреляет. Ну, высунись ты, ну покажись на секунду, ну что ты? Где он есть-то? Раз. Так, пока он в хиле. Сейчас он бинты берет. Надо быстрее рашить. Не может. А, то есть это был не блочник. Понятно. Так, ну. Окей. Спасибо за лут. А, у него патрон на ревике закончился. Вот он что так боялся. Надо сразу казенную гаражку сюда поставить. Из гаек сделанную. Вот. Потихоньку копится серк на рейд. Опять кто-то топает. Это мой магазин. Мой. Ну ладно, подождем, что же делать. Трубы поднес чел. Тоже неплохо. Да-да-да. Плиз. Так сказать, отдыхаем на толчке. Тот там топает. Перерабатывать, что ли, пришел? Неплохая новость. Угу. Готов. Че обзываешься-то, я не пойму. Уж какой. Но зато лут принес. А в этом... Ой, тут тоже полно лута. Отлично. Майним, так сказать, компоненты. Соседский домик сгнил, но не до конца. Я так понимаю, что вот тут МВК у него не гниет. За ним, видимо, лутерум основной. Вот, стенка гниет. Это, видимо, последняя дверь. Либо я не знаю, как тут устроено. Надо дожидаться. А по печке что? По печке ни хрена. Не, надо ждать. Надо ждать. Там по-любому есть какой-то лут. Металла нету, но как минимум есть МВК в шкафу. Ох. Неприятно. Очень неприятно. Так, чтобы никакие бомжи не лазили. Дима. Мне ненадолго нужно было отойти от компьютера, и как раз в этот момент пришли обиженки из магазина, предварительно накрафтив сачелей, чтобы не отомстить. Благо, в этот момент объявилась пропажа под именем Дюк, и отдефала данный рейд. К сожалению, он не нажал кнопочку записи, да. Ты где был, шабакляк? Я гулял. Ну, он гниет, гниет. Мне кажется, что они вернутся, Дим. Рано или поздно они вернутся. Естественно, вернутся, да. Надеюсь, что мы без происшествий скрафтим. Да, не надейся. Ящик. О, так, крафт. Погнали отсюда. Опа-на. И по нему залазить удобнее, что самое важное. Идеально просто. Наконец-то берданочки. Можно крафтить. С двушкой надоело бегать. Да, что мы так, слушай, серд не нафармим. О, бахают. Где-то на эске. А чё? Ты не слышишь? Нет. У меня нет звука. Да вон, бахают, алло. На 210. У меня нет звука, я слышу все прекрасно, как прыгаю. Ну-ка, иди за мной. Иду. Ни хрена там залутаешь. Да я тебе о чем говорю. Двое. О, звуки появились. Аллилуйя.
Дал голову. А, спасибо. Ой. За хэтку. А, это не ожидал. Да, 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 тихо, сейчас начнет. Тихо. А, да. Че там? Ооо, слушай, отлично. Так, а у второго? Ну тут тоже неплохо, короче, надо впитывать все это и валить отсюда быстрее. Да ладно. Да, да, да. Садись на лошадку и газуй оттуда. Ну я впитываю по максимуму, ты тоже хватай 400 скраб, ни хрена себе. Лутай, лутай все. А я пытаюсь, Дима. Точно, давай пока не будем жадничать, валим отсюда. Да, погнали. О, лошадки хотя есть, беленькие обе. Надо. Надо туда возвращаться. Ну все, тормози уже. Дай догоню, грохну. Да погоди ты. Он ставит кудлок, да? Да, 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 да. Давай, 3, 2. Или ждем, пока кудлок. Убил одного. Я залетаю. А тут, по-моему, никого и нет, погоди, второго. Сейчас. Да, пустота. Угу. Ну тут уже остаточки, но все равно неплохо. Лучше, чем ничего. У Дюка опять образовались непреодолимые жизненные трудности, и он покинул игру, а я отправился чекать гнилушку. Ну не основной лутер, но есть металл, причем прилично. Все это дело забрать. А тут все тоже металл. Аккумуляторы на МВК. Надо идти и рейдить, короче, эту штуку. Мне получается, нужно всего одну металлическую дверь сломать. И тут. О, гантрап. Это было опасно. Надо сразу дверь поставить. Ну тут ни хрена нету, блин. Ну есть еще немного металла. Так, и шкаф надо сразу подлутать. В этом ничего нету, да? Ну тут еще рейски какие-то есть. Пропал тиммейт Дюк. Или Пайп, или как его там сейчас. В общем, прошу всех неравнодушных, кто знает хоть какие-то подробности о его местоположении, срочно обратиться ко мне в ВК. Дюк, если ты слышишь это, пожалуйста, вернись. Мы с Тропиксом очень сильно волнуемся за тебя. Так, мне получается не хватает... Мне нужно 2 калаша, это 8 пружина, у меня всего 6. То есть надо брать скраб, идти в безопасный город, да покупать эти пружины. Так, сначала переработаюсь. Нужно много МВК. Так, пружины... Вот так, 6 штук, я думаю, мне будет достаточно, чтобы скрафтить 2 калаша и на задачу берданок для рейда. Так есть хочется. Братан, слушай, у тебя может нет там что пожевать, грибочка хотя бы? Ну хотя бы грибочка. Не-не-не, вода только есть, сам еще еду. Блин, ну есть ладно. Семена, хоть сюда? Да не-не, семена не нужны, спасибо. Здравствуйте. Привет, Ромочка. Два калаша, берданки, антихеды, всякая дребедень. Слушай, дом такой хороший. Угу. Давайте покажу. Вот смотри, буквально вывез за сутки дом. Вот можно его попробовать. Какой-то он сложный. Сейчас разберемся, погоди. Тут вот смотри, окошки есть в них. А, у них гаражка с деревянным проемом, понимаю. Любопытно. Человек живет, собственно. А на крыше интересно, что у него. Ну-ка, дай-ка подсяду. Тут гантрап, короче, можно туда сломать гантрап и залезть. Даже взять те же блочники и блочниками расхреначить. А дальше мы попадаем в куб, и еще тут 6 кубов, скорее всего, с лутом. Или больше. Ну да, 5 кубов, где-то там лут. Ну, не сложно, не то чтобы супер сложно. Тогда проем будем мечами выдалбливать. Ты хочешь назвать видео самый извращенный рейд? Ну и что же, не разорванные спускать на них? Так, это я все взял, осталось скрафтить горелку тогда. Вот, на горелочку есть. Да капец, блин, я думаю, если нас нападут, я не отобьюсь. Я переживаю за то, что сейчас еще все испорчу, тебе сейчас все. Ты будешь на меня кричать, как на Дюка. Конечно, прям на всех обкричался. Ладно, давай. А он вообще, интересно, заряжен? Давай проверю. Только аккуратно.
Воу-воу. Все-все, успокойся, Дюк, я понял, он заряжен, меня убивает, твою мать. Успокоился. О-о-о. Его можно разбайтить, слышишь? Да не надо шуметь. Готов. Ну тут вроде без этих. Без ловушек, да? Ну да. Надо выжигать. Давай уже ломайся, блин, Рома еще отошел. Когда там Рома придет? Так, прошу прощения, тут. Все хорошо, Дим. Ну, давай, ломай, да, а то у меня закончились эти. Блин, тут топают. А, там он синий. Наверное, они вернутся. Что случилось, Перон? А, хозяин пришел? Ты серьезно? Он лутаться, что ли, бегал? Понимаю. Полутался, чувак. Ну, это хорошо. Онлайн рейд люблю. С двушечкой выбежал. Тут еще гантрап надо быстро доломать. Мне бы в ту комнату зайти. Отлично. Без подвохов. Надо двушку сразу забрать на всякий случай. Воу, там еще гантрапы? Здесь серьезно? Дуреть. Так, что у него тут? О, двушка еще на запас. Для антирейда. А, господи, я здесь говорю, оказывается, мути был. Понимаю. Просто так не разбайтишь. Ну, может, они сгорят, я не знаю, жгет их, не жгет огонь, вот так. Давай попробуем. Жег? Да хрен его знает. Ящик сгорел. Ой. Я понял, я их не разбайчу. Неприятно. Попробуем еще горючее, пока есть. Может, просто их прострелять? Ну, у меня патронов немного. Давай, короче, я сбегаю домой, вот это все скину и вернусь с взрывом. Окей. И патронами. Ты задел, замутился, говорил с тобой, думал, что ты мне не отвечаешь. Я не удивлен. Так, разрывы, пару сишек и патрошки. Все, я тут. Погнали. На о, тебе вот это. Пар. На тебе берданку, разрывы на. Чё-то у него там очень много гаражек, мне это очень не нравится. К этому не был готов? Не, вообще ни капли. Я надеялся, что там будет все-таки поменьше этого дерьма. Давай, там, вот сюда, мы стенку потом разбудим. Угу. Ну да, гаражка на гаражке, понимаю. Давай, твоя очередь. Все, готов. Здесь вроде все. В ящике надо оружку забрать, чтобы он не нападал с ней. В рюкзаках ничего нет. Ну, а дальше рейдить. А тут по ящикам у него тут металл плавится. О, да у него тут прилично ресов, слушай. В этом доме точно будут ресурсы. Чел! На улице. С луком. По-моему, с блочником. Дал хит, но я не вижу его. Блин, плохо, что у нас фонариков мало. Не могу фонарики крафтить, да что же. Вот так вот. Не вижу никого. Убил. Сейчас я тебя подниму. Хазмати, парень, лоу. Ну я сначала тебя подниму, потом будем разбираться с хазматчиком. Все, давай. Я вокруг дома. О, у меня тут рез. Парень сзади был еще. Вижу его. Он убегает. Блин, неприятно. Нет, 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 живи, Дима, живи. Ау.
все, я его положил. Ром, давай быстрее вставай уже. Бегу. Я тут это, на нулях. Но я вроде всех убил. Никого не осталось, так что... Может... Здесь какой-то парень тоже бежит. Еще парней не хватало. Где этот хазматчик-то? А, вот он, нашел его. У него тут тоже рез. Но это какие-то залетные фармилы, походу. МВК у него тут. О, встал. Полз. Видимо, хозяин. А, вот ты, я вижу тебя, да. Я там, где меня убили. Угу. На, тогда бери вот те разрывы, вот калаш, берду, бери. Ну, все вроде. Погнали дальше. Долбить. Блин, с фонариками, конечно, беда. Ну, у меня еще немножко есть, я думаю, нам хватит. Ага. Слушай, ну тут вроде ловушек нет, и еще один лутерум. У него все лутерумы на полу. О, тут хорошо, сколько бензопил, боже. Сера плавится еще. А тут у нас что? Бронька, отлично. Куча компонентов, офигеть. По кайфу. Я, конечно, накидываю вот здесь, скорее всего, шкаф. И что там? Ни хрена, да? Я промазал. Понял. Надо было все-таки в гаражку идти. Жаль. Ну да. А, тут в печках сера еще. Да, там, да, и сера, там все дела. Надо забрать, кстати. Я, короче, скинусь и пойду еще на крафт поставлю. И заберу остатки. Но у нас 200 разрывов и одна сишка. Я надеюсь, что нам хватит. Так, я тут. Это ты прыгаешь? Я в доме, да. Ага. Так, ты понял, что я говорил? Будете вы? В дальнюю гаражку ты говорил. Да, дальнюю. А так куда-то в другие лутруны уходят. Ну да. О, чел ползет. Чел у двери. У двери, Ром, убей. Убил. Так, ну я знаю, где шкаф, это хорошая новость, но и мне почему-то от этого не радостно, от знания. Дима, ты ящик посмотрел? Нифига себе, тут сколько всего. Блин, одного ТНК на всю жизнь хватит. Оу, Ром, меня тут фигачит, разберись. Не хочу разрывы тратить. Стой. Убил? Да, двоих убил. Угу, отлично. Так, вот шприцы. Меня чуть не снеслись, понимаешь? Хаваю. Так, я, конечно, все беру, вот сачелю и разрывы, иду. 200 разрывы, 2 сишки. 200, да, надо? Крафтится потихоньку. Так, берданк у меня закончился. Какая заряженная берданка с голографом еще? Сейчас голограф, ничего. А, у меня просто прицел. Ну, тоже пойдет. 100 хп осталось. 140. У меня все. О, чел пришел. Готов. Дверь готова. И тут шкаф, да, мы угадали. Убивай. Тут у нас, ну, камень много с МВК. Неплохо. Ага. Давай тогда шкаф. Я кравчу. Да, и ставь тогда его сразу. И, Ром, вот сюда еще этот скрафт, билдинг план, и поставь вот сюда проем каменный, чтобы мы могли дверь тыкнуть. А вы что, проем сломали? Ну, выжгли. Последний лутерум, там, походу, ни хрена, да? А, ну там уже коридор на выход, я понял. Никуда. Да уже на выход, да, путь забей. Так, ну давай все потихоньку выбирать. Ну берем тогда все компоненты, идем тебе просто изучим все, чтобы где-то там фейспанчи были, всякие ништяки. О, привет, как дела? Ты на нас не обиделся? Я надеюсь, не без обид? Честно, похуй. Че, какого? Да не, я уже все, мне 3 дня хватает. Мы так чисто компоненты забрали. Так, на тебе вот ревик, двушечку.
и сочели. Так сказать, пионер набор. Ну давай на карг, да. Ну мы на перерез ему пойдем. Так, Михаил, нам нужен ваш жир. Там баты есть. Походу он пустой, карга. Ой, я промазал. Отлично. Здесь нету никого. Как это все выглядит? Это ты? Еще один готов. Да, 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 я. Планом из-за лука. Слушай, корова летит. Сейчас принимать будем. Блин, чувак, они разбились. Капец. А, вон, есть, есть живые. Одного положил. Они в центре. Живи. Один готовый, лежит. Сейчас я его добью. Вот, все, отлично. Я одного добил. Они половину тупо разбились и в воду попадали. Фристайлить, правда, я не умею, но знаешь так. Залетел я к ЧБГ играть. Карга с Димой залутал. Пизды всем дал. Ёбаный я читер. Нет, для макросник. Диме лайк надо поставить срочно. Кто не поставит, тот дебил. Корова прилетела, пизды получила. Крейт открылся. Я жду, тут еще один. Ох ты. Слушай, тут на изучение тебе сишка, мне ракета. Придется играть дальше. Ёпа. Ты убил? Да. В онлайне дом. Да нам-то пофиг. Слушай, что они такие борзые? Добрый день, уважаемые калашисты. Добрый день. Как у вас дела? Ладно, мы, короче, у тебя коптер это возьмем. Глубочайше извиняюсь. Можете дать тогда оружие? Да на, тебе берите, да, нам не жалко. Берите, берите. У нас тут есть всякий став. Вот. Спасибо большое. Уважаемые калашисты, да? Можно? Не будете убивать? Все, давай, не лутается, улетай. Давайте, ребята, давай чуть-чуть. Взлетишь, я тогда сяду. Все, валим. Короче, ломаем, изучаем ракету. Отлично. Экспу. Дай свои компоненты тоже положу. Если место найдешь. У меня просто есть что класть. Так, вот ракету я изучаю. Идеально. Девочки, ко-ко-ко. На видео ребенка. Да, а тебе сколько лет? Не, 11. У меня СМГ было. Ой, блин, желтый доллар, здравствуйте, демонетизация. Эй, малой, малой, малыш, иди сюда. Малыш, казматчик, ты не ушел, иди сюда. Ты нам нужен срочно. Он бежит. Да не, мы не ютуберы, мы стримеры, тебе кажется. Так, на, смотри, короче, бери, мы сейчас полетим умирать. Вот тебе вот это, вот это, вот это, вот это. Все это нам не нужно, там, не знаю, изучишь что-нибудь. Кто-то из вас стримеры или ютуберы? Сейчас позвучат. Так, Ром, иди сюда, на. Изучай сишку. Что тут еще 200 скрапа валяется? Все, полетели на рейд. Полетели, Дим. Давай, Дим, мы сможем, да? Я готов, давай. Я настроен. Нас все верят, вся семья. Давай. Мы сможем. Идущий на смерть. Вот, это наш, да, нам сюда, Рома. Давай, Дима, у нас все верят, все нам. Ого! Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться на Чинук, на этот маленький кораблик, где так много-много лута, хоть разок.